могу там ходить.
Какая красота! Эти уши. Похож на Филиппа.
реакция? Один плюс пять. Вот сели очень красивым крылом этим, голубым. Ту удочку. И сколько их, ребята? Довольно много. Ох, ох, мой ладно. Чистить друга своего. Братца. Ах, ты мой хороший. Никакой нет ни конкуренции, ничего. Такие. Они же самые чистые у них отношения. Самые лучшие. Друг друга греют. Пойдем вперед. Вот эти вот уточки появились неделю назад, как сказали мне. А лебеди здесь живут всего лишь 2 недели. Были черные лебеди, их убили. А это вот новая семья. Это 2 недели как вышли.
Беседа сколько стоит?
входа поворота 2 миллиона 400.
Катенька. Ах ты моя красавица. А что, ничего тебе нет дать? Ладно. Ох ты, как летает. Прищелкивает. Красавица. Какая красавица. Лапонька. Пушистый хвостик. Какая интересно разговаривает. Да. Ой. Да. Ажурная лепка такая здесь, деревянная, очень красивая. Ах, такой внутренний дворик. В стиле ренессанса. И купол очень интересный. Все в гармонии. Интересно, сколько этим пальмам лет? Отметины вот эти, значит, отпадают ветви и отметины остаются. Радуется вас бассейн полный золотых рыбок. Посмотри, как резвятся. Ах, как интересно. Резвятся рыбки. С утра много энергии. Целая стая там. А здесь лилии очень красивые. С утра они распускаются. Да, здесь замечательно красиво придумано.
Мариночка. Красиво. Пахнет? Звонко. А листья бананы? Ну, конечно. Сзади. Thank you.
сам Чехов, и очень достойный. Только самое необходимое для работы. Здесь так проживает, смотрит. Это Евгения Яковлевна, мама его, Павел Егорыч, братья Иван, Михаил, еще два брата, сестры здесь нет, Ольга Леонардовна. Да, она 55 лет пережила Антон Павлович. Да, она 50 лет приезжала после его смерти сюда. И до поздней осени, в осени укрываясь пледом, до тех пор, пока холодные ветры не начинали дуть, она здесь вспоминала время, когда она еще невестой сюда была привозима. Антон. Вот говорят, что она пережила Чехова на 55 лет, потому что она пила воду из нашего вот тут родника, из источника, да. И вот сейчас женщины проявили необыкновенный интерес к этому источнику. Мы его раскопали, вот сейчас благоустроили. Где-то здесь? Прям рядышком, да, да. И вот они сейчас потекли туда за этой водой, чтобы пережить мужей своих на 55 лет. Но это легенда, конечно. Да, но легенда, но вот такая легенда существует. Вещи здесь все чеховские. Кроме вот этой раковины, которая такая же, но не та, которую Чехов привез, возвращаясь с Сахалина. И вот камушки, лежащие на блюде, те 140 камушков, которые Антон Павлович своей ручкой собрал со своего пляжа, в особом мешочке на музее Чехова в Ялте. А это такие же, но не те. Но не его ручкой собрал. Но не его ручкой собрал. Но вот очень интересно, это самое, трос стульчик, которую Чехов брал себе в поход, вот она на вешалке, она раскладывается, и можно на ней посидеть, да, и отдохнуть при желании. Сейчас жалко, что сейчас таких не делают, да. Да, очень удобно, и красиво, и удобно. Ну и везде, конечно, Ольга Леонардовна, его рыжая собака, его лошадка, его бунгулька, его венгерец, его немка, и как он ее еще не называл. В общем, она эту игру она приняла очень быстро, и поэтому очень быстро и стала его женой. Те другие антоновские женщины, вот, или Комединова, и Авилова, они с каким-то большим трудом вообще входили в эту игру. А он эту жизненную пьесу как-то быстро подсунул, вот, и она сразу так, получила... Вошла в роль сразу. Когда Бурзовчик привезли, вы не раскрылись и были какой-то запеленутый. А я потом стал раскапывать и узнал, что она приехала со своей приятельницей, Марией Ильиничной Зелоти. Которая здесь, значит, шумом ловила крысу на территории этого чеховского дома. Вот, Чехов в это время должен был как-то лирически отвлечься с Верой Федоровной, и у него ничего не получилось, конечно. Вот, не надо для таких дел привозить своих компаньонов сюда. Да. Вот так вот. Такую, как Вера Федоровна. Да, да, такую, как Вера Федоровна. Вот, вот очень интересная книга, воспоминания о Крыме. Церковь в Фаросе. Замечательная панорама. Конечно, горы. Очень красиво здесь. Такая дикая природа Крыма.
Фарусская церковь. А там, по-моему, санаторий Фарус. Это здание большое. Я даже вижу наш балкон 13 этажа. Византийский стиль.
Байдарские ворота. Татьяна Смирнова, Москва. Адажио памяти Дмитрия Шостаковича для струнного оркестра.
Юль.